Программу «Бонус». Меня зовут Сидоров, и это рубрика «Компьютерные игры». Как мы уже говорили, в нашей прошлой программе 2 сентября фирма Westwood Studios явила на свет Божий игру «Дюна 2000». В отличие от других игр, это не продолжение «Дюны 2», которая, как известно, была первой в мире стратегии в реальном времени, а скорее ремейки, то есть улучшенный вариант той самой старой «Дюны». При создании новой версии старого хита было использовано слегка доработанное ядро от игры Command & Conquer Red Alert. Приблизительно это можно истолковать следующим образом. Взрывы поведения боевых единиц и врага выглядят почти так же, как в Red Alert. Отличие составляет лишь внешний вид юнитов, построек, ландшафтов и, возможно, интерфейс. Кстати, о внешнем виде. Серьезные изменения в Дюне 2000 претерпел только облик харвестеров да орнитоптеров. Остальное осталось таким же, как и было. Новых же боевых единиц создатели игры добавили всего две, что по новым меркам вообще трудно понять. Халтурить извольте, господа! Судя по отзывам, сей продукт не вызвал сильную бурю восторга у нового поколения игроманов, да и у старых поклонников реал-тайм-стратегии, видимо, все ограничится лишь ностальгическими воспоминаниями. Так что если авторы игры не хотят утратить часть своей аудитории, то у них еще есть шанс реабилитироваться и выпустить дополнительный пакет миссий для Дюны 2000 с новыми юнитами и постройками. Иначе наши потомки нас не поймут. Кстати, та же Westwood Studios готовит к выпуску продолжения Command & Conquer под названием Tiberian Sun. Говорят, что в новом варианте будет использована трехмерная графика, а также возможность управлять боевыми единицами изнутри. Видимо, дело также не обойдется без поддержки пресловутого 3D-эффекта. Поживем, увидим. Отвечаю на вопрос одного из наших зрителей по имени Низамов Тимур, а также многих других телезрителей, которых интересуют коды к игре Duke Nukem 3D. Вообще кодов много, но эти три самые необходимые. Первый код дает вам полную неуязвимость, второй снабжает всем необходимым барахлом, и последний заваливает вас всевозможными видами оружия. Также отвечаю на вопрос Горбунова Альберта по поводу игры F-29 «Ретолятор». В выполнении миссии нужно просто нажать Ctrl-Z, и миссия завершится без посадки. А вообще директория с игрой должна содержать текстовый файл, который называется Instruct.txt, где подробно описана процедура посадки. Кстати, когда-то я тоже играл в эту игру, и у меня получалось все, кроме финального приземления, так что с тех пор особенно полюбил вертолеты. Персональный привет богомольной Елене, представительнице прекрасной половины геймерского человечества, которая пишет уже не в первый раз и спрашивает про игру X-Files, то есть секретные материалы. О том, что эта игра находится в разработке, я слышал еще полгода назад. Пока же не могу сказать, что игра, как многие догадались, сделана по мотивам одноименного сериала, который многие из казанцев уже видели, а вскоре увидят опять, уже по центральному телевидению. Естественно, это будет квест, в котором двое бравых агентов ФБР будут расследовать очередную порцию аномальных явлений, свалившихся на их ФБРовские головы. Остается надеяться, что квест будет интересным, хотя, учитывая опыт прошлых лет, подобное случается далеко не всегда. Например, игра «Люди в черном», сделанная по одноименному фильму, не произвела должного эффекта на играющую аудиторию. Та же участь постигла когда-то «Терминатор Рампейдж». Остается надеяться, что с секретными материалами подобного не случится. Спасибо всем, кто написал, а я позволю себе перейти к основной части нашей рубрики. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется «Мех Командер», что можно перевести как «Командир механизмов» или что-то в этом роде. Испокон веку самыми любимыми развлечениями людей были военные действия. Если человек не воевал, то он начинал вести распущенный образ жизни, организм его приходил в негодность, сам же он полнел, и движения его становились вялыми, а взгляд туманным. Возможно, именно поэтому пала Римская империя, что не смогла противостоять хорошо тренированным в боях варварам. Судя по всему, в будущем человек также не сможет удержаться от того, чтобы не схлестнуться с кем-нибудь в честном бою. Если поблизости нет никаких враждебно настроенных инопланетян или представителей других измерений, то на худой конец можно подраться с себе подобными. В будущем люди будут метелить друг друга с применением гигантских боевых роботов. Командиром батальона таких роботов предлагает вам выступить игра «Мех Командер». Итак, перед нами стратегия в реальном времени от фирмы MicroProse. После доставки мы попадаем в начальное меню, где нам доступным языком толковывают, что от нас требуется в миссии, и после небольших приготовлений, включающих в себя приобретение техники, ремонт повреждений, а также приобретение новых роботов и наем пилотов. Так вот, после всего этого вас выбрасывают на место проведения операции. «Мех Командер» — игра скорее тактическая, поскольку основное время вы будете проводить, руководя действиями боевых групп. От того, как вы распорядитесь вашими войсками, будет зависеть исход операции. В ходе операции вы сможете пользоваться поддержкой артиллерии и воздушных сил. Правда, ни тех, ни других вы, скорее всего, не увидите. Кстати, это и не обязательно. Все, что от вас потребуется, это определить на местности точку, где бы вы хотели устроить огненный беспредел, после чего прибегнуть к нехитрому тактическому маневру под названием «Дать стрекача». В начале игры в вашем распоряжении будет всего 3 легких робота. Позднее дело дойдет до нескольких подразделений. В части изготовителей игры должен отметить, что каждое подразделение можно выбрать прямо с клавиатуры при помощи персональных клавиш, название которых написано на иконках с роботами внизу экрана. Это очень пригодится вам, когда дело дойдет до крупномасштабных операций.
По окончании миссии вас премируют определенные суммы денег, на которые вы сможете повысить боевую мощь своего батальона. Со временем вам будут доступны все более мощные виды техники и оружия. По своему принципу, игра «Мехкомандер» во многом напоминает всем известный «Синдикат». Естественно, мастера из «Microprose» постарались придать своему детищу лицо, что у них, несомненно, получилось. Игра вышла довольно интересная. Один только совет хочу дать тем, кто будет играть в нее. При остановке игры выбирайте все компоненты и не жалейте места на жестком диске. В противном случае вас постигнет та же участь, что и меня. Понадеявшись на 24 скорости CD-ROM-а и 64 мегабайта оперативной памяти, ваш покорный слуга большую часть игрового времени проводил, наблюдая за тяжкими раздумьями компьютера, в которые он погружался при каждом удобном случае. Особенно сильно компьютер озадачивался перед каждым взрывом. Также особенно хотелось бы отметить русификацию игры. Откровенно не хочется повторяться, и вполне понятно, что интереснее играть в игру, не заглядывая поминутно в англо-русский словарь, но вот что касается звука и голосов в частности, то их не стоило переозвучивать хотя бы из элементарного человеколюбия. Другая игра, о которой сегодня пойдет речь, называется «Вангеры». Коротко и неясно. Когда-то давно, когда слово «консенсус» воспринималось как иностранное ругательство, была в моде поговорка «у нас так не могут». Применять ее было нужно при виде вещей заграничного производства. Игра, которую я сегодня хочу представить вашему вниманию, в очередной раз доказывает, что наши могут, причем иногда могут гораздо круче, чем западные. Все, начиная с сюжета игры и кончая интерфейсом, который чем-то напоминает клипы Питера Габриэля, выполнены более чем оригинально. Например, сюжет. Если мы вспомним последние заграничные хитовые разработки, то увидим, что в основной своей массе все они придерживаются одной накатанной тропинки. На земле прекратились войны, наступила пора всеобщего благоденствия, и тут на землю напали злобные пришельцы. Другой вариант. Люди начали расселяться в космосе, все было хорошо, и тут на них напали злобные пришельцы. И, наконец, люди стали расселяться, помирились со всей галактикой, но тут откуда-то взялись злобные пришельцы и, естественно, опять напали. Действие же игры «Вангеры» разворачивается в параллельном мире, через 100 лет после того, как человечество научилось открывать коридоры в эти параллельные миры. Не буду останавливаться подробно на всех тонкостях, скажу только, что венцом такого безрассудного вторжения в миры иные стала стычка с так называемой расой криспоидов, которые по организации своего общества очень напоминали муравьев. В результате всех перипетий образовался так называемый субсуществ, мир мутантов, образовавшийся в результате генетической войны. Именно в таком мире и приходится жить и выживать вашему герою. Вангеры — это особый вид странствующих охотников, тех, кто решается выходить на поверхность. Основной вашей задачей будет доставка различных ценных грузов в различные точки. Доставлять грузы вы будете, используя мехов. Так в супе существ именуют автомобили. Как положено по законам жанра, ваш мехос вначале будет обладать небольшим боевым потенциалом и грузовым отсеком. Опять-таки небольшим. За каждое выполненное задание вас ждет награда в виде определенного количества бибов. Так зовут деньги. Задания вам даются в виде табутаска. Табутаском называется неприличного вида капсула, которая открывается, как только вы выходите на поверхность, и знакомит вас с заданием. Выполненный табутаск нужно доставить на место и обменять его на гонорар. Самым почетным заданием в первом мире считается транспортировка элика, маленького слабого червячка, которого нужно доставить по назначению. Если вы прибудете первым, вас ждет много бибов. Позднее вы сможете купить новый, более мощный меха и проникать под землю за нюхой. Кроме вас, на поверхности супа существ есть и другие ловцы удачи. Из них можно выбивать различные трофеи. Если ваши наставники будут удовлетворены вашей службой, вам дадут ключ от коридора в другой мир. Что вас ждет там, неизвестно никому, однако это делает игру еще более интересной. Говорить об игре «Вангеры» можно долго. К сожалению, мы ограничены рамками передачи, поэтому я вынужден прерваться. Рекомендую прочесть файл под названием «Информация», который устанавливается вместе с игрой. В нем даны ответы на многие вопросы, которые у вас обязательно возникнут. Я же прощаюсь с вами, желаю вам успешных странствий по потерянной цепи миров. Это был Сидоров, и вы смотрели рубрику «Компьютерные игры». До новых встреч. Пока.